Я Красовский Александр Валерьевич. Родился 28.08.82 года. Проживаю в город Белгород, магистральная 26. Был прикомандирован в город Донецк 9-му батальону 6-й роте 3-й взвод Донецкой народной милиции. Изначально был мобилизован на реальную оборону. После этого нас должны были повезти в Ростов на учение. Но выехали в Украину, в Донецкую область. Там мы начали возмущаться, что вообще что происходит и что мы здесь делаем. Мы приехали репортеры, нас заставили снять, что мы приехали освободить Донецкую Народную Республику. Дали нам форму, дали обмундирование, хорошую экипировку, все это засняли. Но после того, как они уехали, все это забралось, а нас передали Донецкому командованию. Они нас начали посылать на штурмы, хотя мы этому были не обучены вообще. И из одних этих штурмов я попал в плен. Хочешь передать привет своим близким? Я живой. Скоро, надеюсь, приеду.